Архитектурно-градостроительный облик продовольственного магазина низких цен торговой сети «Да» в городском округе Одинцово утвержден в Комитете по архитектуре и градостроительству. Объект планируется построить по адресу: улица Южная, дом 14Б. Общая площадь одноэтажного здания магазина составит более 1000 квадратных метров. На ней разместят торговый зал, пекарню, административные помещения. Реализация проекта позволит создать 13 новых рабочих мест, отметил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.